С начала этого года к работе приступили более 9300 помощников хакимов в Махалях, задачами которых являются сокращение бедности и развитие предпринимательства. Налажена деятельность ответственного за данную систему агентства по работе Махалябай и развитию предпринимательства. Продолжим тему на примере Сурхандаринской области. С января текущего года в Сурхандаринской области начали свою деятельность 721 помощник хакима. На сегодняшний день изучен потенциал каждой махали региона. В 220 махалях будут развиваться животноводство, птицеводство и пчеловодство, тепличное хозяйство в 166 махалях, сельское в 108 махалях, сфера услуг в 73 махалях. Махаля Кайран-Ангурского района одна из 47 с тяжелыми условиями. Население составляет свыше 4700 человек, из них 2135 трудоспособны. Помощник хакима выдвинул свои инициативы. К примеру, считает прибыльным выращивание цыплят. По 35 домохозяйствам уже распределено от 300 до 700 цыплят. В нашем хозяйстве проживает 4 семьи. До этого, выращивая чеснок и гранат, зарабатывали до 10 миллионов. Однако этого было недостаточно. Пришел помощник хакима, ознакомился с нашими условиями и предложил прибыльное дело. Если мы вырастим цыплят, нам заплатят 3,5 миллиона сумов. Нас это заинтересовало. Убедились в том, что это очень быстро развивающийся бизнес. Для обучения населения птицеводству привлекаются специалисты из Джизакской и Ташкентской областей. Это позволяет домовладельцам, специализирующимся на птицеводстве, развивать научные навыки выращивания цыплят. В дальнейшем планируется увеличить поголовье цыплят, завозимых из Ташкентской и Сырдаринской областей. Для этого было привезено 12 инкубаторов. Помощник хакима, который начал создавать рабочие места в 4 районах, на сегодняшний день сумел обеспечить работой 20 женщин в районе за счет создания кооперативов. Помощник хакима района создал для нас очень комфортные условия. Нам предоставили все, что было необходимо. Сначала нас было 5-6 человек, сейчас уже 20. На каждое изделие выделяется от 5 тысяч до 20 тысяч сумов. Таким образом, женщина зарабатывает до 150 тысяч в день. Соседние махалле Дехкан Итфака в этом районе. Здесь также уже видна практическая реализация работы помощника хакима. Сформирован источник дохода для десятков домохозяйств. Я живу в махалле Дехкан Итфака. Мне привезли культиватор. Теперь получаю дополнительный доход, обрабатывая сельхозугодия моих соседей. В моей махалле 104 безработных, и до конца года мы планируем обеспечить их занятостью и создать более 100 дополнительных рабочих мест для жителей нашей махалли на основе опыта Ферганы и Андижана. Уже видны действенные меры по решению проблем людей, и в этом ведь состоит их задача, задача помощников хакима, в том, чтобы обеспечить занятость безработного населения и оказать содействие в создании для него постоянного источника дохода.